И товарищество с неограниченной безответственностью оножи. Сегодня было решено создать тоталитарную секту «Дети холма», с чем я вас поздравляю, все можно вступать в нее. Вот. Я буду верховный дуру. Да, кажется, верховный. Может быть, и там главный, не знаю. Вот. У нас будет штатных дуру. В общем, будем, так сказать, развлекаться как могем. Вот. И ближайшая акция, которую мы планируем провести, вернее, пока я только планирую, но надеюсь, что штатный дуру меня поддержит, это акция «Молодежь за наркотики». Вот. Потому что все эти сопли про молодежь и рок против наркотиков и т.д. и т.п., да, все это уже достало невозможно. Тем более, что все наркотики совать в одну кучу и говорить, что это зло, это, я думаю, тоже глупости. Это просто мы пионеров привлекаем, так сказать, к тому, что чем, в общем-то, должны заниматься на самом деле люди с головой, да? Если уж вы все-таки беретесь принимать наркотики, то, я думаю, вы, по крайней мере, берете на себя ответственность за последствия, возможно. Ну вот, также «Молодежь за наркотики» называется этот концерт будет, я думаю, «Песнь о героине». В том плане, что если кто-то придерется к названию, то мы просто скажем, ну вот такая героиня у нас тут вроде того. Да? Вот, и, ну мало ли там органы какие-то заинтересуются. Вот. А сейчас мы хотим начать этот концерт, уже очень хотим давно. Ну, поскольку в гостях «Холма» с кулями, я позволю, так сказать, взять наглость на себя и спеть одну песенку. Сегодня такой панковский у нас концерт страшный. Вот самая панковская песня, которая у меня есть, сейчас будет исполнена в качестве такого разогрева, перед разогревом разогрева для команды «Чернозем». Кто оператор у нас ушел? Бухает! Да он вообще-то сегодня обещал не очень. Я просто не знаю, гитара у меня беспозвучная. Не стойку, да. Песня посвящается вообще-то Кате Марагановой, может, кто-то ее знает. Вот. Ну, никто не знает, тоже не страшно, потому что, в принципе, любой Кате она может быть посвящена, а также и не Кате, там имена можно любой представлять. Катя так, для того, что ритм соответствовал. Называется «Нынче видится пошлым». Ну, да, это слушать не обязательно, но если вы не будете в это время разговаривать, то тоже будет хорошо. Держи. Я буду держать. Стойка это я. Да, вот все, спасибо за стойку. Вот сюда надо держать. Проще держать уже сейчас. Сейчас проще. Все, значит, нынче видится пошлым. Ну так просто для открытия. Загороди меня от них. Thank you.
улице пошлый ветер вьет. Слышен это мой друг, не зови ты его сюда, пожалуй, не зови. Лучше к нему звони, пока не поздно звони. Я люблю тебя, Катя, но нахуй такую любовь. Все о тебе, и я понял.
давно. Мы ходим сами по себе, покупаем в бутылках вино. И в дождливой арке мы пьем для того, чтобы пить. Но я точно знаю, что это не то сообщение. Хватит нам, чтобы жить, жить в последний раз.
под ним сидел старикан. Он хотел мне рассказать о системе вещей. Взял да рассказал. Светят звезды и вестит
Thank you.
кого большинство народа пришло, собственно, то я сейчас, да, сейчас приглашаю их на сцену. Где там они? Где у нас группа «Чернозем»? Yeah.
Давайте. Давай.
Я не шучу, я.
Yeah.
был последний, но не отвязался. Спасибо, Кубич, Лазер. Сейчас небольшой сюрприз.
Сейчас нас будет несколько песен Наташи Хабарова. Thank you.
да, да. Я даже не знаю. Я тебе говорил, блин, у тебя осенние песни вообще нафиг. Хорошие, понятно. Без разговоров. Вы уж нас извините, мы такие вообще.